сообщает ТАСС о заявлении РФ президента, пресс-секретаря, что поставленные России цели на Украине путем военным только сейчас можно достичь. Кстати, потому и прекратились моментально разговоры о возможном визите Си Цзиньпина в Россию. И, естественно, Аллах только знает достижения этих целей срок. И потому, мои слова, что любовь, в общем, дар, прекрасное увидеть для людей всех в мире дичь, что восточный древний мудрый притча о слепцах и о слоне на деле ясно, точно в мире. Только я усвоить смог урок. К огромному сожалению. Впрочем, уже Шекспир говорил, глупость и невежество – общее проклятие человечества. И снять это проклятие с человечества невозможно.